начинаем заправку. Будем давать кристаллон 18-18-18 плюс 3 магния по 3 килограмма на гектар. Это янтарная плата. Если по 90 грамм на гектар. Дальше риксалин АПН по пол килограмма на гектар. Это микроэлементы. А также молибден по 1,5 литра на гектар. И прилипатель Адъютант. Препарат молибден по 1,5 литра на гектар.
Миллилитров на гектар, на 300 литров воды. Так, все заправили и теперь двигаемся на поле дальше. Едем за трактором и будем снимать, как заходит на опрыскивание. Так, раскрываем крылья. Надуваем крыло.